Глубоко уважаемые коллеги, уважаемый президиум, хотелось бы представить вам клинический случай внегонадной герминогенной несепиномной опухоли средостения. Пациент 42 лет, обратился в поликлинику по месту жительства впервые в апреле 2017 года с довольно распространенными жалобами, на первый взгляд, на кашель, повышение температуры до фибрильных цифр. Также в апреле была выполнена рентгенография органов грудной клетки, по данным которой выявлено расширение средостения. Далее пациент обратился в Институт онкологии с целью исключения онкологического заболевания. Выполнена компьютерная томография органов грудной клетки, по данным которой выявлено образование средостения и метастатическое поражение лимфатических узлов средостения. В апреле 2017 года выполнена видеотороскопия справа и биопсия опухоли средостения. Гистологически фрагменты эпителиальной опухоли с обширными зонами некроза, вероятно, герминогенная опухоль. Для уточнения диагноза выполнено иммуногистохимическое исследование. Подтверждена внегонадная герминогенная опухоль и представлена опухолью желточного мешка 100%. КИ-67 также составлял 100%. Далее выполнены анализы крови на биологические маркеры и выявлено повышение биологических маркеров в рамках С2. С учетом клинико-лабораторных данных установлен диагноз внегонадная герминогенная несеминомная опухоль средостения PTX-NXMX-S2, видеоторакоскопия справа, биопсия опухоли, группа неблагоприятного прогноза. Далее пациент был госпитализирован в отделении химиотерапии и инновационных технологий Института имени Петрова. От 17 мая выполнена компьютерная томография органов грудной клетки и брюшной полости, по данным которой выявлено образование средостения общими размерами 10 на 8 и на 8 сантиметров. Опухоль плотно прилежит к перикарду и, возможно, инвазия в диафрагму. С учетом диагноза и согласно рекомендациям выбран оптимальный режим проведения системного лекарственного лечения в виде 4 циклов химиотерапии по схеме БЭП. Динамика снижения биологических маркеров в течение лечения представлена в данной таблице. Также после каждого цикла оценивалась динамика снижения по определенной формуле, собственно говоря, что доказывало правильность выбранного нами лечения и удовлетворительное снижение маркеров. С 18 по 22 мая выполнен первый цикл, и в течение лечения и на протяжении всех циклов осложнением лечения являлась фибрильная нейтропения 3-4 степени. Однако редукция доз не проводилась. С 5 июня 2017 года появились жалобы на отечность левой верхней конечности. По данным УЗИ сосудов левой верхней конечности, выявлены УЗИ признаки тромбоза глубоких вен левой верхней конечности. Также выполнена компьютерная томография, по которой выявлены тромбы в сегментарных ветвях легочных артерий с обеих сторон и отмечено уменьшение опухолевого образования на 12% уже после первого цикла химиотерапии. На данном слайде представлены снимки компьютерной томографии. Слева тромбоз и справа образование. Таким образом, осложнением заболевания явилась двусторонняя тромбоэмболия легочных артерий сегментарных ветвей, тромбоз глубоких вен левой верхней конечности. В связи с тем, в течение 7 дней проводилась антикоагулянтная терапия, иммобилизация левой верхней конечности, ограничение ее подвижности. Далее было принято решение о продолжении химиотерапии, несмотря на острую сосудистую патологию, на протяжении антикоагулянтной терапии. И со 15 июня 2017 года продолжена химиотерапия, значит, второй цикл химиотерапии по схеме БЭП. Суммарно, как я и говорила, выполнено 4 цикла. На данном слайде представлены снимки компьютерной томографии до начала проводимого лечения и по завершении 4 циклов. Эффект лечения оценивается как частичный регресс, уменьшение образования на 50%. Следующий этап – это удаление резидуальных масс. 28 августа 2017 года выполнена торакотомия справа, удаление образования переднего средостения в сочетании с интраоперационной фотодинамической терапией. Гистологически фрагменты образования средостения представлены обширными полями некрозов. Опухолевые клетки в пределах исследованного материала не выявлены.
В данный момент пациент находится под динамическим наблюдением, уже прошло 5 месяцев от начала лечения. По данным физикального осмотра, компьютерной томографии, контроля опухолевых маркеров, данных о прогрессировании заболевания не выявлено. А в заключение хотелось бы сказать, что благодаря успехам химиотерапии герминогенные опухоли стали ярким примером курабельных солидных опухолей. И хотелось бы задать пару вопросов. Самые, наверное, такие распространенные. Какова частота оценки опухолевых маркеров при динамическом наблюдении в течение первого года? 2 раза в месяц. Ой, а как вернуть? А, все, уже отвечает. У нас всего 5 человек в зале, голосов нет, уже больше. Приятно видеть такие результаты. Хорошо, что мы все знаем, как правильно делать. Так, можно следующий вопрос? Какое максимальное количество циклов химиотерапии по схеме Б проводится при герминогенных опухолях? 1, 2, 4, 6 до прогрессирования. Абсолютное большинство ответило верно. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Карина Ирвановна. Вопросы Карине... Какие красивые елки. Да. Вопросы будут Карине Ирвановне? Да, пожалуйста. Будьте добры, скажите, пожалуйста, проводилась ли профилактика тромбоэмболических осложнений изначально? Изначально, да, в дозе 0,3 мг подкожно фраксипарин вводился в течение каждого цикла каждый день. Так, если вопросов дальше нет, то... Спасибо.